Всем привет! Мы с Ромашей едем на день рождения к Саше. К Саше, да. Подружкиному сыночку, в общем. Ой. В общем, собрались, а у него день рождения уже прошло. У него было день рождения в понедельник. А сегодня когда, суббота. Когда один второй годик ему. Два сейчас. Да. Два исполнилось. Ну и, в общем, мы едем в детский, как это, там, в общем, батуты и всякое такое, детский центр такой. Он у нас здесь близко находится, ну, в общем, пройти нужно немножечко. Они уже там. Сегодня у нас, по идее, по плану был баскетбол сначала, но так как Ромочка у меня немножко приболел, ночью, в общем, у него носик был забит и подкашлял, что-то такое, в общем. Немножечко. Мы решили, что мы не пойдем на баскетбол, что немножко Ромка посидит дома, а потом мы уже пойдем на, в общем, туда, на праздник. Но сейчас он чувствует себя хорошо. Да, да. Но я передумал. Передумал болеть. Вот он, скажи привет. Всем привет. В общем, Ромашка чувствует себя нормально. Поэтому мы едем. Подарим подарочек. Подарочек я вам засняла, я вам вставлю тут. Такой подарочек я вам обещала показать. Я его, в общем, вчера, когда запаковывала, думаю, надо будет показать, потому что вы будете спрашивать, обещала показать, а не показала. Поэтому засняла. Покажу. Собираюсь запаковывать подарочек. Помните, я как-то покупала с вами, ездила в детский магазин и покупала подарок для, в общем, подружкиного сыночка. Ну и вот завтра мы идем с Ромой на день рождения. И сейчас вот уже положила Рому спать, но он его видел, адекватно отреагировал. Слава богу, не стала его распаковывать и оставлять себе. Так что... такой подарочек. Сейчас буду быстренько запаковывать. И завтра будем дарить. Что еще? Сейчас вот мы уже подъезжаем, подъедем. Ну, если будет что-то, в общем, интересное. Ну, так, общий план я вам покажу. Как там, чего. Вот так. Мы там уже давно не были. Может быть, если там наладилось и неплохо сейчас стало. Потому что раньше как-то они немножко безответственно к этому подходили. Что немножко у них там пыльно было и еда не такая вкусная была. Если сейчас наладилось, то скорее всего, что мы Роману будем здесь день рождения отмечать, а если нет, то уже в другом месте. Подъехали мы, вот здесь это находится, вот в этом здании с левой стороны. Теперь нужно найти парковку. Блин, где найти ее? Карина, на вон она стоит машина. Сейчас где-нибудь да припаркуемся. Наверное, вдоль можно здесь. Или возле. Так. Что происходит? Или возле Карины тут. Тут лужи такие. Вау, какие. Давай припаркуемся возле Карины прям. Рядышком. Ой, какие тут колдай. Тут такая дорога, конечно. Смотрите, лужа везде такая. Мы приехали, припарковались. Это кошмар. Обходи вот сюда, иди. Не ходи по грязи. В общем, смотрите. Подарочек. Ромашка, не наступай только, пожалуйста. Лужи. То придется переобуваться. Я вчера покрасилась. Да, да не на... Да, пойдем. Уже дети там кричат во всю. В общем, будем веселить. Аккуратно. Заходим. Пошли. Алло. Саш, ты подарок ему хочет подарить. Лови его. Та-да! Посмотри на него. Он тяжеленный, Карина. Вы посмотрите на этого именинника. Он несет этот тяжеленный подарок.
Мое! Мое! Ты же мое солнышко! Ты умница! Дай я тебя поцелую! Сашуля! Дай поцелую! Дай поцелую! Нет? Дай поцелую! Ты что? Ай, ты мой сладкий! Что, мои мальчики? Вы тоже кушать хотите? Нет. Сейчас Карина закажет кушать. Я не хочу. Ты не хочешь, я знаю. Смотри, какой красивый. Видите, куда залезли. Пацаны, Рома отлезет. Руди уже там. Привет. Молодцы. Лезет. Кто лезет? Мой мальчик. Молодец, классно? Я тоже. Вау! Аккуратно, вставай. Классно? Да. Да? Ой, так высоко полезли. Пойдемте, мама кушать сейчас принесет. Я пошла. Я за Сашей. Я за Сашей. Давай. В скрытой камере. Помнишь, мы первый раз сюда пришли, они у нас были меньше, чем Сашка, Ромка с Рудькой. Они только ползали, не, начали только ходить, да? Малюськи были, я не знаю, им по годику может, да? Или меньше года было? Такие полосатые они еще были у нас, помнишь? Такие? А нет, Рудька уже это, год был. Да? Рудька уже свое просрали. А ты снимаешь? Нет, я любуюсь. Все хорошо? Эй, все хорошо? Да. Класс? Я просто учился. Да. Аккуратно. Да. Давайте аккуратно. Пойдемте туда. Да. Снимаю вас, снимаю. Ну что, мы тут отдыхаем, развлекаемся вообще. Дети меня позвали, чтобы я их снимала. Они тут в большой горке скатываются. В общем, сейчас они придут и хотят. Поехали! Опа! 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 Давай тоже прыгай. Только не на Руди. Рядышком, рядом. Давай. Опа! Ладно? Да. Да, понравилось? Сюда не лезь, не лезь, нельзя сюда. Выходи оттуда. Выпить. Смотрите, что делает. Шампанское распаковывает. На вино пошел. Ага. Он прям эту, как она, фольгу вон уже снял почти. Берет ее, отрывает и выкидывает, выплевывает. Че ушел? Че ты ушел? Иди. Только нормально? Лечь. Шкодишь? Он убегает от соросника к телевизору. Кофе хочет попробовать. Речь. Кофе и вино. Зачем? Всем привет. У нас уже следующий день. Уже вечерок даже. Уже не день. В общем, сегодня дела у нас такие. Так себе. Ромашка у нас заболел. Красненький, температурил, я ему уже сиропчик дала. Сейчас вроде немножко получше. Но... А вот еще температура высокая еще? Ну нет, уже получше. В общем, уже... сегодня и завтра, и в ближайшее время он будет пока дома. Мам. В садике я его не буду водить. Рич тут хомячит яблоко. В клетке я ему яблочко дала. Ну и что хочу сказать. Поздравляю всех с первым адвентом. У меня видео немножко с опозданием идет, потому что слишком много для вас снимаю и не успеваю выставлять. Сегодня у нас воскресенье. Первая свеча. Зажгли наш красивый веночек.
Рич тоже его заценил, ему нравятся веточки. Он их уже сегодня грыз. Всем желаю счастья, здоровья, добра и мира. Так что вот так. Такая вот красотичка у нас. Мне очень нравится. Ну и пацанам всем тоже понравился. Так, вот он мой мальчик, даже встал. Сына, скажи, как ты, болеешь? Или он полегче занят. Уже? Полегче уже? Да. Да, дай я потрогаю. Но все равно еще тепленький такой. Посмотри на меня. Вот ты мой солнышко. Приболел мое солнышко. Красавчик. Ой, ну что, сегодня я вам точно уже ничего, наверное, снимать не буду. Увидимся с вами завтра. Надеюсь, завтра будет нам полегче, чем сегодня. Да, Роман? Да. Роман, во всяком случае, мне тетя Тьфу нормально. Вот так вот. Так что до завтра. Увидимся в этом видео. Смотрите, что творит пожарник наш. Поставил одну свечу на стол, там Саша чай пил, сейчас придет. Он взял ее и задул. Теперь здесь зажгла свечку этот веночек. Одна свечка там горит. Он принес себе стул и хочет задуть ее. Хочет потушить. Смотри, стул принес, хочет потушить. Теперь не достает. Взял этот стул. Пожарник. Ты смотри, не получишь потом подарок. Это же подарки не связаны. А ну-ка, расскажи нам стих. О, стишок давай я нам расскажу. Расскажешь? За. За окном снег идет, а коньки сверкают. На. Наступает Новый год. Все об этом знают. К нам. К нам идет Дед Мороз и несет подарки. Славно празднуем. Молодец. Умница. Куда? Вниз губы смотрит на нее. Покажи ему, пиздец. Ромка, ну ты же надо дуть. Вот так они вот туда дуют. Ты куда дуешь? Ты вот сюда дуешь. Вот сюда. Вот так дуй, да, давай. О, молодец. Давай сейчас. Еще сильнее. О, легкий. Давай. Молодец. О. Молодец. Наконец-то добил ее эту свечку. Всем привет. Отвезла Сашу на работу. Решила сегодня, вот так как дождик идет, он хотел на машине ехать, а мне нужно будет сегодня еще кое-какие дела поделать. Мне нужна машина, поэтому я его отвезла, а вечером заберу. Дети наши. Давид тоже приболел опять. Роман чуть сильнее приболел. У Давида, как всегда, бронхи начались. Я ему вчера грелку дала, сегодня уже вроде получше, но остались они оба дома. В общем, Давид смотрит за Ромой. Рома тоже вчера вечером температурка немножко была, сопливит. В общем, вот так вот. А что еще? Ой, тут стоит, что нужно парковку ставить, эти часики. А я не видела, что-то новое сделали. В общем, приехала я, Сашу отвезла и сразу заехала в... экшен магазин, акцион. Хочу здесь посмотреть быстренько, что я так и не докупила для Давида и Роминого календарика. Ничего. Нужно будет докупить, уже доделать, потому что у нас остается уже тут совсем ничего, чтобы начать его открывать. Поэтому сейчас пойду, зайду, куплю. Все, что куплю, вам, как всегда, покажу. Увидимся с вами немножко позже. Пошла я. Ну что, я вышла с магазина. Купила кое-что, не зря сходила, да, не все, конечно, купила, ну, сколько нужно было, но немножечко подкупила. Сейчас едем мы с вами, или давайте я вам, может, покажу, я не знаю, здесь такое освещение не очень хорошее. Сейчас покажу вам, вот, все, сейчас покажу вам все, что купила. Опять дождь пошел, ну, елки-палки, что ж такое. Ну, я купила не только мальчишкам, купила немножко для себя тоже. Ну, как немножко, сейчас покажу быстро. В общем, вот эту штуку Рома у меня просил уже давным-давно. Он прям, я всегда против был. Сейчас думаю, ну ладно, куплю ему, раз он болеет. Но это я просто так, подушка-пердушка, кто не знает. Ему прям нравится. Ну,
Ладно, пускай, хочет так хочет. Ферри купила здесь Ойра 65, он, по-моему, стоил. Потом себе еще купила вот эту зажигалку, вот такую у меня была где-то, куда-то делась, давным-давно, сейчас нету. Потому что свечи, когда зажигаешь, неудобно такой зажигалкой зажигать, я себе купила вот такую. Потом, что еще купила? Что для себя еще купила? Купила вот для своих часиков, у меня нету этой защитной, защиты нету, а тут вот защита была, и такая недорогая, Ойра 79 или что-то такое. Она. Ну и там, кстати, девчонки, мальчишки, у кого часы такие, да, там разные есть, и 44 миллиметра, и 30 там какие-то были, и 40, и, ну разные, для разных есть. В общем, я так понимаю, что это пленочка сверху, ну в общем, на этот, или стеклышко. Ну, недорогая, Ойра 79, по-моему. Потом Давидке купила вот такие вот фломастеры. И тут вместе бумажки еще записывать идут. Вот такая вот штука. Думаю, тоже для разнообразия туда в адвент, ну, в календарик положу. Потом Роме вот таких черепашек взяла. Обезьянок вот таких. Он всякую такую ерунду вот эту любит. Поэтому взяла. 50 центов, по-моему, или что-то такое. Вот такие магнитофончики. Потом... Что еще взяла? Вот такой коврик Давиду взяла. У него просто от этой, я не знаю, это не, это не эта фирма, по-моему. Ну, вот у него такая клавиатура, потом мышка, наушники вот такие с зеленым вот такой вот, вот, в общем, черно-зеленый вот это, я не знаю, там дракон какой-то, я не помню, как называется. Ну, дорогая фирма, вот это вот. От нее, в общем, у него все там, и вот этот коврик будет подходить как раз компьютеру, и я взяла, думаю, ну тоже в принципе недорогой был, что-то нужно ложить. Потом взяла вот такую вот зарядку ему, я не знаю, для его телефона подойдет, не подойдет, но в общем это простая зарядка, не для айфона, а ну, для простого телефона. У него не помню, как называется, не Huawei, не помню. Ну, в общем, вот зарядка вот такая, около 10 ойра она стоила. Тоже положу. Потом вот такие Леоны, вот такие шоколадки тоже разделю. Там позакидываю кое-куда. Потом печенюхи вот такие. Ну, печенюхи эти я купила им, наверное. Они так будут есть от Баунти. Потом вот такие вот... как они? Нутелки. Маленькие. Тоже позакидываю кое-куда. Потом вот такое кольцо на телефон. На чехол, держалка, в общем, тоже дешевая была. И сникерс. Все, все мои закупки. За все за это я заплатила. Сейчас я вам скажу. 25 ойра 8 центов. На этом все. На этом, в этом видео мы с вами попрощаемся. Увидимся в следующем видео. Я сейчас еще поеду дальше закупаться. Так что увидимся в следующем видео, но в этот же день. Ну как, в смысле, для вас это уже будет другой день, но... И другое видео. А я буду продолжать для вас снимать. Все, всех люблю, всех целую, всем удачи. Пока-пока. Подписывайтесь.